Гравюры Марка Шагала, библейские сюжеты, выставили в Доме ученых Академгородка. По словам организаторов, в музеях России эта графическая серия не представлена, так что для любителей творчества художника это уникальная возможность их увидеть. В экспозиции 76 листов. Это одно из самых значительных графических серий Шагала. Иллюстрации к Библии выполнены в технике черно-белой и цветной литографии. В них зритель легко узнает постоянных героев шагаловской живописи. Самого художника, его любимую Беллу, витебские заборчики и деревца, лошадей, кос и птиц. Но пока посетителей меньше, чем на выставках Ван Гога или Серова.